Аналитики подсчитали, что сбор одного ребенка в школу в Воронеже составляет 11 500 рублей. Но мы им не верим, поэтому решили узнать у местных жителей реальные цены. Сколько вам обходится сбор одного ребенка в школу? Ну, я думаю, около 30. 30 тысяч. В пределах 20. Я думаю, 10 000. Минимум 20 тысяч точно. Учитывая портфели, учитывая сборы в школу, учитывая форму, нарядные блузки, обычные повседневные блузки. Вот. Ну и, конечно, всякие принадлежности. Что самое дорогое? Одежда. Одежда, обувь. Школьная форма, портфель. Все. Сколько примерно они обходятся? Портфель в районе 4 000, наверное. Школьная форма в районе 10. Форма? Ну, скорее всего, пиджак. Школьная форма. Сколько она стоит? Не могу сказать сейчас точно. Наверное, ближе к 15, вот так. Форма, рюкзак. Сколько это все обходится? Ну, около 15, наверное. 10 тысяч укладываетесь? Ну, да, наверное, укладываемся, благодаря тому, что там... Благо, сейчас мы не покупаем учебники, потому что, вспоминая свое детство, приходилось покупать еще учебники. Ну, как вы считаете, на 11 500 реально собрать ребенка? Нет, нет. Сильно ли выросли цены по сравнению с прошлым годом? Без понятия. Первый раз собираю ребенка в школу. По сравнению с прошлым годом, считаю, не очень сильно. Я не чувствую разницы, нет, я не замечаю. По крайней мере, сейчас много есть масс-маркетов, которые также предлагают одежду белого, голубого цвета, которая подходит в школу. То есть блузки – это не очень дорого, можно себе позволить. Сильно ли повысились цены по сравнению с прошлым годом? Не знаю, первый класс. Как вы думаете, на 11 500 реально собрать ребенка? Ну, если только самое дешевое, скажем, такое, самое простенькое, вот прям самое-самое. Как вы думаете, на 11 500 реально собрать ребенка? Нет. Я думаю, реально, если постараться заказать также все и в интернет-магазинах, можно и не где-то там поскромнее что-то заказать. Как вы думаете, на 11 500 это слишком дорого собрать ребенка в школу? Нет, я думаю, что это средний уровень. Сегодня мы провели опрос, в ходе которого выяснили, что собрать ребенка в школу выходит воронежцам в копеечку. Самой дорогой покупкой местные жители считают школьную форму.